засыпаешь на ночь килограмм клубники и 750 граммов сахара. Ну, условно, по пачке всегда видно. Вот засыпал, дал сироп. На утро поставил таз, проварил, пенку снял, 5 минут варишь. Оставил до следующего утра, потом опять 5 минут проварил, остатки пенки снял, потом еще последний день, третий, проварил, и берешь ложку, ну, в зависимости от порции, эту лимонную кислоту, и вот так аккуратненько, вот так посыпаешь все варенье, и оно становится у вас вот такое.